Анисин на скорости врывается в зону, оставляя шайбу под бросок Берникову. И тот с большим замахом наносит бросок. Теперь выход 3-1 СК. Варнаков гол. Шикарно, шикарно бросил. Варнаков попал в ту же точку, в которую попал. Если ты очень уверенно, выход 3 в 1. Ты вроде как должен отдавать передачу. Варнаков катит сам и наносит бросок. Увлеклись атакой череповчане. И за это были примерно наказаны.